Спасти нельзя застроить. В администрации Самары рассказали, на каком этапе находится работа по сохранению парка имени 60-летия советской власти. Напомню, резонансная история всколыхнула общественность в конце прошлого года, когда появились слухи, что в лесопарке могут появиться многоэтажки, так как часть территории находится в собственности коммерческой фирмы. Сейчас земли готовят к переводу из зоны С3, предусматривающей строительство жилых и нежилых зданий, в зону Р3, имеющую рекреационное значение. Проект изменений подготовят в течение 100 дней. Взамен для собственника планируют подобрать другие участки вне границ зеленой зоны. Это может быть территория Самарского заречья или прилегающая к Самара-арене, сообщается на сайте горадминистрации.